Hi guys, welcome back to Jundis Pagadagari Expert. This video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasibo to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and fantastic. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is Nobody Warned Us What Will Be So. Former militant about Russians in Syria. And credit to the owner also with the video, Army and the True Story and the Stories. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian video, singers, artists that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it. Guys, enjoy, and I really want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles. And let me get some information, a little information with this video. As you can see now, when the Russians came to Syria, the militants quickly compared them to predators. Both aviation and ground forces almost always unexpectedly delivered sharp, precise strikes, and the special operation forces of the Russian Federation, oh my goodness, have become a real nightmare for them. Russian specialists could imperceptibly approach the position of the militants, complete the task, and just suddenly disappear. Oh. Syrian militants called the Russian special forces in Syria nothing more than hopper us, which means soft paws. This is a great information. Let's get to it, guys. Enjoy with this amazing and really informative video also about Russia. Wow. Thank you so much for this video. Всем привет! Сирийские боевики называют русский спецназ в Сирии не иначе как Хауфер на Ми, что в переводе «мягкие лапы». Когда русские пришли в Сирию, боевики очень быстро стали сравнивать их с хищниками, и авиация и наземные силы практически всегда неожиданно наносили резкие точные удары, а силы специальных операций РФ стали для них самым настоящим кошмаром. Русские спецы могли незаметно подойти к позициям боевиков, выполнить задачу и также неожиданно исчезнуть. Простые сирийцы, охотники на ИГИЛ и бывшие боевики все так или иначе говорили о том, что пока США поддерживали боевиков, главной стороной конфликта, которая по-настоящему боролась с терроризмом, была Россия. Сегодня я хочу показать вам мнение о русских в Сирии, высказанные по разные стороны баррикад. А также оставлю ссылки в описании на видеоинтервью. Делаю я это по двум причинам. Первое, чтобы не выглядеть голословным. Второе, достаточно объемная работа, проделанная журналистами Федерального агентства новостей Fan.ru, заслуживает, чтобы о ней узнали как можно больше людей. А теперь поехали. Вначале никто ничего не знал. Ходили только слухи, разговоры о том, что на аэродроме начали восстанавливать здание и ремонтировать взлетно-посадочную полосу. И в городе стало очень много сирийских военных. До этого их здесь столько не было. А потом мы стали наблюдать много взлетающих самолетов. Помню, в один из дней мой брат возвращался домой после обеда и по пути зашел ко мне в гости. Он сказал мне тогда, что полчаса назад видел большую колонну, выезжавшую с территории аэропорта. Грузовики, бронетехника, и на одной из машин развевался флаг России. Русские – наши старые друзья. Мой дядя учился в России в 70-х годах, был военным инженером. В 80-х русские построили здесь много общественных зданий. И после прибытия русских в 2015 году обстановка сразу изменилась. Они сразу начали бить боевиков. И я уверен, что и сейчас не остановится. Я считаю, что русские отомстили боевикам за моего убитого двоюродного брата и за всех наших погибших. В церковь вошли сразу 30 человек в военной форме, с бородами и в разгрузках. Вошли и стали креститься, читать молитвы. Наш святой отец Абу Фади
тогда сказал, что русские пришли по воле Божьей. Все люди в церкви, а потом и во всем городе очень обрадовались, потому что русские воины – воины самого могучего государства. Они пришли защитить нас. Потом они сразу начали строить укрепления, копать траншеи, насыпать бруствер и ставить бетонные бункеры. Они тренировали нас. Помню, дня через 3-4 на нас начали наступать террористы. Пытались зайти в город. Мы жестко сопротивлялись. До этого мы, как правило, отступали, но в этот раз не отступили. Это было итогом тренировок с русскими. Они как будто воевали за свои собственные родные дома, а их семьи и дома далеко отсюда. И они воюют действительно жестко, даже жестче, чем мы. И мы уверены, что они воюют не за деньги. Они воюют из принципа. Они везде воюют, где есть необходимость бороться с боевиками. Даже если они знают, что понесут потери, они воюют любой ценой. Один из русских пытался перебежать дорогу, и снайпер попал ему в ногу. А до двора, в котором тот мог укрыться, оставалось 10 метров, не больше. Но он упал и бежать уже не мог, но продолжал ползти ко входу, в этот дворик. И снайпер тут же ранил его второй раз. И когда русский почти подполз к забору, снайпер ранил его в третий раз, то ли в грудь, то ли в живот. И тогда к нему бросился еще один русский, но и в него тоже попали. Он дополз до своего раненого друга, и несмотря на свои собственные ранения, он поступил по-героически. Смог затащить своего напарника в дом. Представь, он ползет, а за ним волочится рука, в которую его самого ранили. Представляешь? Дополз до раненого русского, привязал его ремнем к себе и затащил в этот двор. Мы не смогли им помочь, потому что противник вел по нам очень плотный огонь. Думаю, что эти события изменили очень много во мне самом. Я такого никогда не видел и никогда не забуду эту картину. Он ползет, отталкивается ногами, раненая рука волочится, а за ним остается кровавая полоса тонкой кривой линии. Когда американцы наносили авиаудары по территориям, подконтрольным нам, то заранее предупреждали об этом полевых командиров. А вот когда нас бомбили русские, то никто не предупреждал. Помню, в 2015 году у нас были очень большие потери. До этого времени мы были уверены, что за 2-3 месяца дойдем до Дамаска, но не дошли. У нас в отряде распространился слух о том, что русские будут штурмовать Дейр-эз-Зор, чтобы отомстить за русских, взятых нами в плен. Сначала мы смеялись над русскими, потом ненавидели, а потом стали просто бояться. Даже смертники, пытавшиеся добраться на так называемых шахид-мобилях до русских, чтобы их взорвать, не достигали своей цели. Их сразу обнаруживала авиация и совместно с артиллерией наносила по ним точные удары. Мы такого никогда в жизни не видели, чтобы машину уничтожали со второго или третьего выстрела. В Дейр-эз-Зоре братья 3 раза пытались атаковать маленький дом, в котором засели русские, но не смогли до них добраться. Ни одна машина со взрывчаткой до дома не доехала, русские все их уничтожили, и если окажешься на том месте, то увидишь. Когда русские нас хотели атаковать, они заходили с тыла. Мы их замечали только тогда, когда они уже были на наших позициях. Русские воевали очень жестко, шли в бой и днем, и ночью. Никто из нас никогда не видел ничего подобного. Они ориентировались лучше, чем коренные жители. Когда русские шли в сторону Пальмиры, они наступали по горам. Братья напали на русских. В ответ русские начали отражать наше наступление огнем артиллерии. Мы тогда понесли очень большие потери. Братья сразу отошли на юг и оказались в тупике. Выхода не было ни вперед, ни назад. Тогда русские выслали несколько человек, чтобы заминировать подходы к своему тылу. В минировании участвовало 5 русских. Их тут же накрыли огнем. 2 из 5 отступили за холм, а 3 остались у нас на виду. Мы вели с ними бой более 3 часов, пока не стемнело. И мы их там все-таки убили. После этого сразу же подтянулась еще одна группа русских им на помощь. И они дрались с нами до полуночи, пытаясь вытащить своих товарищей. Хотя знали, что эти 3 уже убиты. Когда Соединенные Штаты кричат, что это именно они сломали хребет ИГИЛ, они нагло приписывают себе чужую победу.
Выглядит это глупо и нелепо, ведь даже боевики понимают, кто на самом деле ковал победу над ними в Сирии. Это русские и сирийцы, которые принимали непосредственное участие в операциях против боевиков. Именно они прокладывали дорогу к победе, которую Россия по праву считает своей. Этих людей забывать не следует. И США тут точно ни при чем. Браво. Браво, браво. Much love and respect from the Philippines to all the Russian soldiers who really supported with the Syrians, and they are trying to protect also with the civilians, because on that time, 2005, around that time, or 2015, it was like a mess of the Syrian, and then the Russian are there to protect and support with this amazing country, and such a fantastic the way how Russian did. Like, they are willing to give them their lives just to protect with other country. Oh my God, this is what I truly admired with the Russian, because they really are ready to give their lives to honor with their country and to protect with other nations also. And that's I admired with the Russian soldiers and military and whatever it is, because they really want to support with other nations, and they are ready to protect, they are ready to support. That's incredibly and amazing for the Russian soldiers and for the government. Thank you so much, and I have my love and respect to all the Russian soldiers, and from the Philippines also, thank you so much for this amazing and beautiful video that you show to the world, that you are truly a great nation, a great country. Bravo and kudos. Thank you so much. I hope you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like, and just subscribe also with my channel. This is Junris Blagadagri at saying Stambul Sepasit, guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Prevet and Spasiba, to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.